Привет, друзья, с вами Deft Hill. Сегодня у меня обзор на фигурку Папа под названием Паразауролов. Такой удивительный травоядный ящер конца мелового периода. Находили его у нас в Северной Америке, так что вот как раз сделал с собой тираннозавра, чтобы показать его размеры потом в сравнении. Удивительный ящер, я вот как-то странно к ним отношусь, потому что мне как-то всегда вот как-то, скажем сказать, удивляло вот их внешность, немножко даже отталкивало, что ли. Они похожи просто на различных инопланетян, которых в свое время как-то в фильмах делали, такой тоже у них голова была. Но вот этот гребень у них полый внутри и соединен с ноздрями, поэтому говорят, что они могли какие-то интересные звуки издавать. Возможно, так как-то общались на расстоянии с друг другом. Возможно, они были как раз именно громкие звуки, и они помогали им как-то бежать, спасаться от хищников. Окраска такая интересная, очень такая яркая, неожиданно, потому что я как-то раньше думал, что он будет потемнее у них, как и обычное большинство динозавров. Но вот такой прям желто-салатовый какой-то такой вариант. Даже не знаю, как назвать этот цвет. Любопытная детальность, как всегда, хорошая. Тут взгляд у него немножко вверх направлен, с одной и с второй стороны. А с этой, мне кажется, этот взгляд даже получше. Вот видно его клюв. Здесь что у нас снизу нету, сверху, снизу видно, там зубики присутствуют. Так, лапы пальцев по 4 на каждой руке, на нижних 3. И, в общем-то, такой вот он любопытный. Ну, как всегда, практически вот плохих динозавров по качеству папы я не видел, так что и этот у них вышел очень даже хорошо. Вот он вместе с Тирексом. Сары классической модели. Сейчас, кстати, добавлю то, что вот этот Тирекс, я теперь буду именно такой советовать брать, если как-то вот выбираете, не знаете какого, потому что он долго будет годами стоять на ногах. А тот, который я до этого в обзоре показывал, у него проблема случилась, то, что он просто стоял на полке, потом вдруг не возьми от с чего как, упал. И потом я его никак не мог поставить на ноги. Хорошо, что у меня сохранилась упаковка, я от нее низ подставил к нему, и он так как бы теперь стоит, держится. Поэтому как-то вот эта фигурка понадежней. Что ж, друзья, динозавра такого я буду советовать. Так что, если кому интересен такой в коллекции, покупайте, фигурку действительно хорошая, качественная. Спасибо, друзья. До новых видео. Наверное, про динозавров буду уже снимать в следующем году, потому что погода сейчас уже совсем осенняя, скоро зима. И если хотите видео именно на фоне природы, то придется подождать теперь до нового сезона. Счастливо!